Всем привет, с вами Серега Отвертка, и сегодня мы сделаем вот такие вот очки Рейдера Апокалипсиса. Вот так вот они у нас выглядят. Для этого нам потребуются сварочные очки. Их можно взять в любом строительном магазине. Еще нам также потребуется подставка органайзер. Я думаю, вы помните, с какого она выпуска. Веревка, бечевка, немного краски, болты с гайками, самое тонкое оргстекло и 4 бутылочных крышки. Самым первым делом нам необходимо заменить стекла в сварочных очках, потому что в них совсем ничего не видно. Для этого мы откручиваем вот здесь, вытаскиваем стекло. Вот сюда вот мы его кладем, обведем и вырежем из оргстекла такой же кругляшок. Ну а также вырежем круг из сетки и это все закрутим. Вот таким вот образом нам все необходимо вырезать. Затем мы прикладываем сетку и по кругу также все вырезаем. В итоге у нас должно получиться вот так вот. Ложим сюда сетку. Потом оргстекло наше. И закручиваем это все. Так, ну и теперь с боков нам необходимо сделать 2 отверстия. Сверху мы поместим крышки. Вот таким вот образом. Выведем из них болты, закрутим гайки. У нас должна будет получиться вот такая вот конструкция. Мы вот так вот мнем крышки, проделываем посередине отверстия, а у сварочных очков мы отломаем 2 вот эти вот пластинки крайние. И получится, что мы вот сюда вставим болт, сверху положим крышку и закрутим все это гайкой. Ну а вот здесь вот также вставим вторую крышку и абсолютно то же самое сделаем с другой стороны. Ну а также мы их пока немного окрасим, сделаем, так сказать, первый слой темно-коричневым цветом. Вот так вот мы их примерно окрашиваем в темно-коричневый цвет. Еще мы это, конечно, все покроем ржавчиной, запылим. Ну а в данный момент мы будем закреплять крышки. Вставляем болты здесь, одеваем сверху крышку. И закручиваем все это дело гайкой. И точно так же делаем вот здесь вот. Вот такая штука должна получиться, и соответственно то же самое делаем с другой стороны, и все это немного окрашиваем. Далее мы берем веревку, вот здесь вот мы ее намотаем, вот таким вот образом, и приклеим это все на суперклей. Также на наши очки добавим немного запыленности с помощью желто-коричневого цвета. Вот так вот у нас уже все классно получается. Осталось только добавить ржавчины на болты, на сетку, окрасить бесцветным лаком и в принципе уже все будет готово. Ржавчину я обычно делаю с помощью акриловой краски оранжевой и соответственно ржавчина. Ну вот, последние штрихи были сделаны. В итоге у нас получились вот такие вот очки. Здесь у нас все покрыто ржавчиной. Вот так вот они у нас выглядят. Ну и, конечно же, я их сейчас одену и покажу вам, как это будет выглядеть. Ну, в общем, вот так вот они у нас выглядят на голове. То есть, вот, посмотрите. Прям на Рейдера похож. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Серега Отвертка. Всем пока.